Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Да ничего интересного, братан. Почему? Ничего, просто все здороваются 2 часа. Да. Да я охуенно, вот докатал тур. Сейчас на курорте чисто отвисаю с ребятами. По поводу Саратова, Самары и Волгограда, напишите организаторам по поводу возврата билетов и так далее. Типа вам все вернут, ребята, не переживайте. Просто концерт не смог состояться по некоторым, по ряду технических причин и так далее. Так что вот такие дела. Сори. Осенью уж приеду наверняка. Не наверное, а точно. Я в Дубае. Дубащит. Да, в Краснодаре было охуительно. Спасибо большое, ребята, всем городам. Это было очень круто. Да так. Под кусок. Обстановочку, так сказать. Так. Только что пидорасы Алейкум салам, ребята. Опа. Ой, ну это пиздец скукотища на самом деле. А чё? Ничего. Хочешь повезти? Нет. Ну вот, я тоже не горю желанием. Латвия, Киев и так далее. Это все будет осенью. Сейчас пойдем. Ауди в Москве. Следующий тур осенью, да, все верно. Нет, так скажи, есть парик залететь летом и курортные города. А, ну это да. Но это все зависит. Да. Ауди А8. Голос севший после концертов. Отдыхать? Отдыхается охуительно, все четко. Море, самое пляж, песок, льда. Самое главное в тишине. Да, они заебали сверлить на самом деле всю эту хуйню уже. Ебаные.
Новые песни скоро, все скоро. Скоро вернемся уже в Москву, да и за работу. Да я так чисто со своими близкими ребятами отдыхаю. Про Саратов, Самару и Волгоград повторяю еще раз. Ребята, просто обратитесь к организаторам, и они обязательно вернут вам деньги за ваши билеты и так далее. Типа, это не по моей вине отменились концерты. Приношу свои извинения. Да, Ильдар нормальный, забавный парнишка. Это не про тебя, если что, братан. Эти элвены дурищи. Да мне на самом деле похуй, кто там что кому сказал. Меня это вообще не ебет, типа. Я отдыхаю, все круто. Поебать вообще. Я не сижу в интернете, не слежу за этим совсем. Чисто наши люди, ёпта. Видно за километр. Ну ладно, ребята, короче. Мы погнали дальше отдыхать, отвисать. Всем салам.